Недалеко от Тбилиси произошло землетрясение. Магнитуда толчков составила 2,7 балла. Землетрясение магнитудой 2,7 произошло в субботу, 28 октября, в 10 километрах от Тбилиси, сообщает Центр сейсмического мониторинга Грузии. Эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах от города Мцхета, около села Кивлиани. Очаг землетрясения залегал на глубине 22 километров. О разрушениях не сообщается. В Мексике произошло мощное землетрясение. Напомним, ранее у берегов Антарктиды произошло мощное землетрясение. По материалам сайта newsgro.com.